Короче, ребят, извините, у меня опять крашнулась игра, поэтому пришлось ту часть так и оставить. Но теперь я сейчас вырежу этот момент, как я доеду, и запущу вам. Все, я доехал успешно. Так. Все, преследуем его. Погнали. Следуйте за Оджи Локом и не дайте ему уйти. Окей, я понял. Ну давай, давай, Оджи Лок, едь, едь, едь. Я думал, мы друзья. Угу. Друзья друзей не предают. Ублюдок. В общем, сейчас обычная погоня за Оджи Локом. LOC. Вот так вот. А сейчас он, собственно, на причал поедет. И там возьмет машины для картинга. И здесь будет вторая часть потом погони. Ну, это корабли на воздушной подушке. Тут, в принципе, проблем не возникнет со всем этим делом. О май гад. О гад. Пипец, вы посмотрите, как здесь песок без синхронизации кадров просто выглядит. Просто как золото. Это он их задает. What the fuck? Я все понимаю. У меня баги тоже были. Как Мэтт Дог мог сдохнуть? Объясните мне кто-нибудь. Я в шоке. Друзья, а это прикол? У меня в этой миссии постоянно дохнет Мэтт Дог. Что мне делать? Я попробую еще один дубль сделать. Так, он вроде на песке, но этот Мэтт Дог. Мэтт Дог, только не сдохни, друг, все что угодно, только не сдохни, Мэтт Дог. Я уже четвертый раз, по-моему, это перепрохожу. Давай, Мэтт Дог, все хорошо. Каким боком, твою мать? Что не так с его транспортом? Вы видите, что все круто, да? Я в шоке. Я не знаю, что мне делать с этой миссией. Она бракованная, короче. Короче, ребят, очередные два дубля были такими же. То есть, Мэтт Дога постоянно что-то убивает. Ребят, я не знаю, как починить эту проблему. Я, конечно, попробую. Но давайте, чтобы уж тогда эфирное время не занимать, я пройду миссию за свита, окей? Раз уж он остался тогда. Гроув навечно. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I'm just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind, commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity Ass Nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. So you got a plan? Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Окей, нужно отбить Айдлвуд. Хотя Айдлвуд никогда не принадлежал Grove Street, по сути, да? Ну, еще с начала игры помним. Но Свита это, видимо, не останавливает. Нужно сейчас отбить пару районов Айдлвуда. Так. Окей. Где там они?
Эй, балос, а во. Все. Да вы-то тут откуда, вашу мать? Что с тобой, парень? Ты драться хочешь? Ну ладно. Сам напросился, я не хотел. Так. Надо бы отъехать отсюда. Окей. Чё-то как-то пока легко. Давайте дальше, кто там? Ага. Вот вы. Вот так вот. Идея, кстати, надо отбить не все районы, а всего два. Ну, просто дают на выбор. Какие хочешь, такие отбивай. Вот мне интересно, что мне с той миссией делать с Мэтт Догом. Я постоянно смотрю, кстати, и он вроде нормально едет. Но вообще реально по непонятным причинам он тупо умирает. Поэтому я не знаю, что мне с ним делать. Никогда вообще такой проблемы не было. Так, здесь уже надо посерьезнее взять оружие. О, все, эмочка полностью прокачана. Все, район наш. Так, захватите еще один район. Да без проблем. Как я и говорил. А, здесь три района, походу, можно взять. Но мы возьмем только два. Ой, Свит, да иди ты в жопу. Задолбал уже. Блин. Да куда ты? Ну, давайте на дороге тогда ловить их. Все-таки этот район будет подольше. Ой, подольше. Как он? Побольше, подольше. Я уже заговариваться реально ничего. Все. Еще одна бандитская разборка. Давайте по-быстренькому этот райончик тоже захватим. О, ни хрена вы там куда убежали. Пиздец, блин. Просто головы им сношу. Просто по приколу, блин. Давайте хпшечку возьмем. Нам терять особо нечего. О, как они все хорошо тут выстроились. Да, Свит, не мешай мне. Тут младший брат разборки устраивает. Окей. Халявные патроны. Ну и последнее. Надеюсь, они сейчас опять так же выстроятся. Ну, пожалуйста. А, не совсем. Ну ладно. Все. Возвращаемся на Гроув-стрит. А, нам бы байк взять. Вот, допустим, тот же полицейский. Да! А прикиньте, он бы сейчас опять арестовал меня. У меня как-то был такой момент, помните? Что тоже, мент на меня наехал, сагрилась звезда, и я думал, он меня арестует за это. Нереально, это был бы сейчас прикол. Нефиг торговать наркотой, чувак. Ну, теперь остается только Мэтт Дог. Надеюсь, он пролагает у меня, я не знаю, что-нибудь. Yep, Grocery family handle those ballers. Johnson boys roll right over. Okay, dog, I'ma get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Ни хрена себе. Часть. 10 000. Офигеть. Ну все. Ну что? Остается задание только у Мэтт Дога и. Я не знаю, я сейчас попробую еще раз, если
эта проблема никак не устранить, если эта проблема не устранится и на этот раз, то, ребят, я не знаю. Ну, я найду, конечно, способ допройти, но, знаете, как-то на последних трех миссиях запарывать прохождение, это, конечно, извините. Это не GTA 4, где из-за сейвов я не могу продолжить прохождение, да. Все-таки это тоже проблемочка. Всеобщего такого характера. Так что, хотите, не хотите, но придется мне что-то делать с этой миссией. Ну да, если сейчас не получится, я найду какой-нибудь способ устранить проблему. Давайте тогда я сейчас попробую еще раз. Если что, запись возобновлю и скажу итоговый вердикт. Тут это, доступна теперь функция. Функция, типа, можно проехать немного. Окей, давайте попробуем еще дубль. Давай, Mad Dog. Теперь в этой миссии я хотя бы могу нажать Y, и момент немножко перемотается в этой миссии. Типа, мне ехать обратно не придется. Mad Dog, только не сдохни, вот прошу тебя. Все что угодно. Ну реально, этот баг, он очень ужасен. Окей. Пока вроде у Mad Dog'а все хорошо. Нам надо, чтобы он до машинок для картинга доехал. Там уже ролик будет, я думаю, там Mad Dog-то не сдохнет. Хотя я не понимаю, он нормально едет. Вон он, нормально едет же его, видите, да? Нормально все. Я не знаю, ребят, но это... Ребят, в общем, я не знаю, что делать. Я, наверное, запись приостановлю на этом, в этой части, потому что... Друзья, серьезно, я не знаю, что мне делать с этой миссией. Она непроходимая, серьезно. Но у меня такого бага никогда еще не было. Никогда. Поэтому уж извините, что эта часть на одну миссию всего лишь. И предыдущая тоже на одну миссию, потому что там у меня игра вылетела. Я что просто сказать хочу этим самым. Возможно, проблемы с синхронизацией кадров у меня. То есть, возможно, все-таки мне ее стоит отключить. Но если я ее отключу, тогда придется запись возобновлять, потому что, типа, смена произойдет кадров и... У меня запись-то остановится, которую я сейчас пушу. Поэтому, ребят, я попробую завтра это все дело починить. Осталось пройти буквально эту миссию, потом и еще три. То есть, еще четыре миссии осталось пройти. Я думаю, я, наверное, три запихну в одну часть. И финальную запишу как финальную миссию. Она все равно, кстати, довольно долгая, последняя миссия, поэтому... Так и поступим. Ну, а с вами был Спектр. Завтра выходит новый Бэтмен ближе к вечеру. Это, кстати, фигово, что ближе к вечеру, потому что всякие засранцы, которые урвали копию с игрой чуть раньше, могут выложить прохождение быстрее. Но я недостаточно еще популярный человек, около 5000 подписчиков. И для меня это нормально. И мне диск... И мне просто так лицензионный ключ никто не предложит. What the fuck? What the fuck? Что там происходит? Что это было? Твою мать! Ни хрена тут чего? Пиздец! Тут просто так сейчас самолет упал. Я в шоке. Вот это сейчас было нечто. Вау, 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 вау. Если кто-то может запечатлеть этот момент, пожалуйста. То есть скиньте мне в ВК минуту и секунду или под этим видео оставьте. Когда это произошло, я это запечатлю в четвертую часть лучших моментов. Пиздец. Ладно, ребят, на этом пока все.